Мистер Фрай, полагаю, встреча с мистером Оуэном была плодотворной? О, да. Интересный был разговор. Выяснилось, что за сиропом спокойствия стоит Джон Эллиотсон. Доктор Эллиотсон, я уже давно не слышал этого имени. Блестящий специалист по болезням сердца, но затем стал одержим френологией и месмеризмом. Карьера пошла под откос. Ну, что будем делать? Извините, мистер Дарвин, но лучше мне действовать в одиночку. Задумайтесь, мы же не хотим привлекать ненужное внимание. Что ж, весьма разумно. Удачи вам! Да, мистер Фрай, если у вас будет свободное время, прошу, найдите меня. What's all that argy-bargy about, then? Не спускай с него! Ему за ним! Вот мне ж лопата! Он уже выдохся! Ты пожалеешь! И где мне искать доктора? Как вы только что видели, слишком большое давление порой приводит к неожиданным последствиям. К несчастью, я уничтожил этот орган. Живо, труп сюда. Да, доктор Эллиотсон. Плевать мне на вашу этику! И уж точно плевать на ваших пациентов! Отдавай ключи! Что вы делаете? Не слышала? Ты уволена! Проваливай! Что теперь?
чем дело? Помогите! Мне срочно нужно поговорить с мисс Найтингейл. Один из тех мерзавцев забрал мой ключ. Лучше найти другую работу. Нельзя позволить доктору Эллиотсону продолжать эти эксперименты. Черт возьми!
можно только с разрешения доктора Эллиотсона. Вот, доктор. Конец близок. Но я думаю о новом начале. Лучшее завтра. Построенная на крови мечтателей. Я сейчас вижу лишь кровь безумца. Вы правда верите, что, убив старика, остановите великого творца? У Кроуфорда Старика есть гениальнейший замысел. Всякий замысел можно расстроить. Вы, дитя, считаете, что сможете решить все проблемы мира одним взмахом клинка? Вы хоть раз думали о последствиях своих действий, Джейкоб Фрай? Или уроки отца прошли для вас даром? Не хочешь, я люблю!
Дай Химер по затылку! Пошла. Эллетсон мертв, а сироп спокойствия снят с производства. Возмутительно. Фрай желает весь Лондон отдать на растерзание толпе. Возможно, он ничего не желает. Просто ему нравится Спасибо. Играть нашими судьбами. Лечебница закрыта. В городе сумятица. Часто врачей не найти. Он попросту не сознает всех последствий своих поступков. Полагаю, он анархист. Господа. Этот чай был доставлен из Индии морем. Его привезли на фабрику, расфасовали, затем отправили сюда. Распаковали в кладовке и, наконец, подали мне. Все эти люди работают на меня. Они обязаны мне, Кроуфорду-старику. Я дал им работу, дал им досуг и образ жизни. А потом им на смену придут их дети. А вас интересует этот Джейкоб Фрай. Это безмозглое ничтожество, именующее себя ассасином. Вы оскорбляете город, который трудится день и ночь, чтобы мы могли пить это. Это чудо, это чай. Мои поиски почти завершены. И я уверена, что скоро мы избавим наш любимый город от этого беспокойного глупца. А что насчет его сестры? Мисс Фрай. Ей тоже недолго осталось жить. Обещаю. Роскошно. Простите, что отвлекаю. Хотела сказать, что Шон и Ребекка сбежали от отца Берга. Берг возглавляет группу Сигма. Вайолет да Коста – его техподдержка. Они уже очень давно охотятся за ассасинами. Рада тебя видеть. А, да подумаешь. Какой-то там тамплиерский супербоец не сможет положить конец славе Шона Гастингса. Я обращалась к Ребекке. Так, ладно. Берг здесь. Теперь все ясно. Частица и дама тут, в Лондоне. По данным посвященного, это плащаница. Внезапно она стала безумно нужна тамплиерам. Кажется, мы чего-то не знаем. Я знаю только одно. С группой Сигма мы сами не справимся. Я разберусь. А пока что затаитесь. Пусть посвященный продолжит добывать данные. Мало ему железной дороги. Теперь старик и амнибусы к рукам прибрал. Видно, хочет контролировать, куда ездят рабочие. Совсем их к ногтю прижать. Перл Этуэй вроде как его конкурент.
Видно, пора и мне открыть свое дело. А вы, мисс Фрей, что будете делать? Я изучила записи из тайной комнаты в особняке Кенуэ. Отправлюсь к одному монументу.